Международная выставка «Астана-экспо-2017» собирает тысячи гостей со всего мира. У каждого из них своя удивительная судьба. Наша съемочная бригада познакомилась с иностранкой Верой Софией Кондратюк. В Казахстан она приехала не только ради экспо. У нее есть еще одна важная миссия. С казахской землей тесно связана история ее семьи. С Верой Софией мы дружно крутим педали велосипеда в павильоне Австрии. Попутно моя визави рассказывает о жизни и бытии этой страны. Девушка учится и работает в Вене. Рассказывает, что в знаменитом венском бале принимают участие только дети известных в стране людей. Гордятся австрийцы Арнольдом Шварценеггером, а еще эта страна славится своим шницелем и красным вином. Размах международной выставки «Экспо-2017» гостью поразил. Настолько все красиво и масштабно. В Казахстане Вера София впервые. Много слышала о нашей стране. Здесь у нее живут друзья, с которыми она познакомилась за границей. Девушка уже успела посмотреть не только главный город страны, но и близлежащие населенные пункты. Вера София не скрывает своего восхищения от гостеприимства казахов и вкусной национальной еды. Мне интересно было увидеть, что казахстанцы очень разные. То есть здесь дружно проживают представители разных национальностей. Все очень дружелюбные, гостеприимные. Мне понравилась традиционная еда, особенно корт и казахский сыр. Однако Веру Софию привели в Казахстан не только желание увидеть друзей и любопытство путешественника. С этой благословенной землей тесно связана история ее семьи. 80 лет назад в Казахстан из Польши были насильно депортированы ее предки Арладиуш и Кристина Кондратюк. Здесь родился и некоторое время жил отец Веры Софии Януш. Мой отец родился в Казахстане, в местечке Ахбулак. Он много рассказывал мне об этом месте, о том, как их тепло приняли казахи в то трудное для них время. Но я, к сожалению, еще не успела посетить это село, потому что знаю, в Казахстане есть несколько Ахбулаков. Сейчас я его ищу. Хочу все-таки туда обязательно попасть. Вера София мечтает познакомиться с Казахстаном поближе. С энтузиазмом разучивает казахские слова, завороженно рассказывает о красоте наших традиций. Она уже побывала на обряде Тусалкисер. Говорит, что однажды обязательно сюда вернется, но уже вместе с отцом, который тоже мечтает увидеть вновь землю, где родился. Кристина Алмаз-Кызы, Саша Арипов, Канат Махамбетов, телеканал «Казахстан», Кызылорда, из Астаны.